Сан, остановитесь немедленно! Все, довольно! Остановитесь немедленно! Ну все! 42-21, диспетчер. 42-21, вас поняли. Веду погоню, код 40. Всем постам, 42-21 ведет погоню, код 3, прием. Прием.
23. Сообщите направление движения. Теперь движется на восток по бульвару Уоллера. Принято. Теперь движется на восток по бульвару Уоллера. Субъект наносит нам повреждения. Вот 32. Автомобиль субъекта таранит наших. Теперь движется на восток по Солнечному переулку. Принято. Теперь движется на восток по Солнечному переулку. Субъект только что оторвался от земли. Жесткая посадка. Идем на таран. Активируем систему перегрузки. Направляемся к автодрому Балл-Сити. Все ясно, принято. Используем блокиратор. Блокиратор не помог. Субъект вне зоны действия. Субъект пытается вывести нас из строя. Запрашиваю код 15. Требуется подкрепление. Доступных патрульных нет. Диспетчер, код 15, запрашивает больше машин. Рядом ни одной машины, отказ по запросу. Остановите автомобиль.
Йоу, как оно? Я слушаю сканер. Там начинается какое-то безумие. Ниссан, остановитесь немедленно. Сегодня все. Она со мной не разговаривает. Зато здесь теперь тихо.
Лукас говорил о решетке для классического комара? Я сказал, что он давно вне игры. А я не веду дел со всеми подряд. Я не заставлю тебя передумать? Может, если обгонишь меня. Надеюсь, ты можешь больше, чем тот выдохшийся механик. Ясно тебе? Удачи на твоей стороне! Хочешь получить эту решетку? Стой! Какого хрена? Он не виноват. Я его прогнала. Что? Зачем? Как он и сказал, я не веду дел со всеми подряд. А ты? Так, а вот и так хотел впечатлить. Решетка уже едет к Ривьере в гараж. Кто рассказал, что я живу там? Ну, у тебя на трубке полицейский сканер. Но мне он нипочем. Взломала его? Создала. Я тебя скоро найду.
Можно тебя спросить? Ага. В городе что, неоновые фламинго завелись? Да, куча. Да ладно, серьезно? А я думал, с ума схожу. Что это за хрень? Без понятия. Я обычно сквозь них проезжаю. Правда? Да, попробуй. Попробую, спасибо. Привет. Решетку привезли. Похоже, у тебя все получилось. Спасибо.